Глава Венесуэлы Уго Чавес стал официальным кандидатом на следующий президентский срок. Он прошел необходимую процедуру регистрации. Формальное право на выдвижение своих кандидатов на высший государственный пост в Венесуэле имеют все 55 зарегистрированных политических партий. Пока не ясно, сколько из них воспользуются этим правом. Наблюдатели считают, что основным противником Уго Чавеса будет Энрике Каприлес, единый кандидат от оппозиции. Он зарегистрировался накануне. Выборы президента Венесуэлы намечены на 7 октября. Спасибо Господу Богу, спасибо всем людям за поддержку. Я уже прошел регистрацию для участия в президентских выборах. Я уверен, что мы одержим победу, и уверен, за меня проголосуют миллионы людей.